Пчелы, всем привет! Сегодня мы потрейдим с вами мега-неонового Frost Fury. Посмотрим, что за него будут предлагать. Конечно же, заранее, пожалуйста, поставьте лайкусик, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Честно говоря, я зашел на какой-то крайне странный сервер. Здесь люди стоят какими-то компашками маленькими компашечками, но питомцы у них очень достойные, поэтому я посмотрю, что здесь будут предлагать. И если что, мы с вами отправимся на какой-нибудь другой сервер. Здесь уже америкосы начинают опять писать и You my favorite youtuber, I love you и прочее, дай пета. Я на это, конечно же, не обращаю внимания. Я сейчас быстренько пока что отклоню трейдики все. Дайте мне питомца достать, пожалуйста, ребята! Американцы, перестаньте, пожалуйста, все. Oh my, Юсуф. Юсуф, кстати, чувак из моих друзей, но мне нечего тебе предложить за мега-неонового шаду. Спасибо тебе огромное, конечно, если это подарок. Но это, к сожалению, не подарок. А очень жаль, я так хочу потрейдить, конечно же, я очень сильно хочу потрейдить мега-неонового Shadow, и мне никто даже на прокат не даст его. Сейчас мы найдем с вами Frost Fury, посмотрим, что за него будут предлагать. Пчелки, кстати говоря, совсем недавно Adopt Me выкатили обновление новое, где починили, наконец-то, нам инвентарь. Теперь ничего не лагает, слава богу. Так, все, мы самые здесь, самые красивые, самые шикарные. Сейчас будем смотреть, что нам будут предлагать здесь. Но сервер очень хороший, потому что вот этот чувак Юсуф, он сам трейдер, и нам предлагает трейд Мирза Поэп. Посмотрим, что же она мне сейчас может предложить за моего мега неу... Ну, нет. Ну, что это такое? Может быть, там, конечно, в конце что-то будет шикарное, великолепное, прекрасное, но пока что меня это не устраивает вообще. Нет, до свидания. Они думают, что я админ, камон. Здорово, но нет, к сожалению, я не админ, Adopt Me. Так, мега-неоновая королева пчел. Такое. Нет, не-не-не. Нет, не хочу, смотрим следующий трейд. Предлагает девочка Гмони 086 что-то. Золотой пингвин, да ты издеваешься, что ли? Нет, конечно, нет. Это очень мало, дорогие мои пчелки. Напоминаю вам, если вы хотите ощутить вкус еды в полной мере, так это назовем, конечно же, кушайте под мои видосы, потому что еда становится в 5-10 раз вкуснее. И куча тому подтверждений, просто почитайте комментарии. Там люди просто едят самую невкусную мамину какую-нибудь рыбу, и она становится вкуснее. Короче, просто чудеса какие-то творят мои видосы. Обязательно попробуйте, отпишитесь. 1, 2, 3, 4, 5, BBN, Бикнки предлагает мне трейд. Давайте посмотрим, что же он мне сейчас может предложить за мега-неон Frost Fury. Совсем скоро у нас с вами будет уже обновленице. Возможно, к тому моменту, когда выходит это видео, обновление уже вышло, но, скорее всего, нет, еще не вышло. Китайский Новый год. Мы 100% знаем, что на китайском Новом году... Нет, мало предлагает, не могу на такое согласиться. На китайском Новом году будет один питомчик, типа Fire Fury или что-то такое. Короче, китайский дракон. Китайский дракон в виде льва-дракона летающего. Не знаю, сколько он будет стоить. Так, я согласен. Прямо сейчас, если ты мне отдашь, я согласен. Вообще без проблем. Я согласен. Ага, свидание. Вы видели, что? Вы видели? Видели? Что это такое сейчас было? Что это было? Только что поставила неонового жирафа и отдает за ворона. Ага, до свидания. Лолка. Нет, это очень мало. За ворона я не отдам. Сколько? 12 тысяч робуксов, по-моему, было потрачено на этого мега-неонового Frost Fury. 12 тысяч робуксов. Какой нафиг Каркарыч? Какой нафиг Каркарыч? Дауниак предлагает трейд. Смотрим, что же он мне сейчас может предложить. Яишко, это мало. Нет. Ребятки, даю вам лайфхак. Как проверить и соотнести немножко цены питомцев. Заходите просто на какой-нибудь фанпейл на eBay, смотрите цену петов, и если у вас какой-нибудь, не знаю, мега-неоновый ворон или какой-нибудь неоновый фрост, вы просто смотрите цену в валюте на этого питомца и смотрите по ценности ориентировочно таких же питомцев. Там, если стоит пет 4000 рублей, смотрите, каких питомцев можно разбить на эту сумму. То есть получить там несколько таких питомцев по 1000 рублей. Там, если у вас, ну, грубо говоря, я не говорю сейчас точную расценку, нет, маленький трейд, до свидания. Я не говорю вам сейчас точную расценку, но, например, какой-нибудь, грубо говоря, Frost Fury 4000 рублей стоит, и вы за 4000 рублей можете, грубо говоря, я не знаю точных расценок, надо заходить смотреть, 4 каких-нибудь, не знаю,
Parrot'а или еще что-нибудь. Короче, посмотрите расценки на таких площадках, как eBay и FunPay, и вы будете примерно ориентироваться в ценах. Сейчас же мы просто смотрим с вами, что мне дают за мега-неоново. Воду мне дают! Шикарно! Спасибо большое! Мне дают воду! Дауги 748. Ну, слушайте, ну, на такое надо согласиться, конечно же. Надо согласиться. Тут вообще без вопросиков, конечно же, надо согласиться. Обычная вода. Обычная вода за мега-неоново в фуре. Ну, конечно же, надо согласиться, камон. А вы как думаете? Кто сейчас на примере? Обязательно пишите в комментариях, в чатике, нужно ли соглашаться на обычную воду. Мне кажется, стоит. Мне кажется, это шикарный будет трейд. И, конечно же, мы сейчас нажмем confirm на счет 1, 2, 3. Да? Раз, два, три. И... Нет, конечно. Блин, а если бы у меня сейчас вот палец соскочил... Я случайно нажал бы confirm. Это был бы эпик. Это был бы такой эпик. Это была бы вода ценой 12 800 робуксов. Камон. Изимзискинг 76-76 года рождения. Примерно 40 с чем-то годиков мальчику, девочке. Совсем маленькой, конечно же. МФР пустота, да? Да, МФР пустота, да, конечно же, соглашаемся, народ, ну как, ну я не могу отказаться от МФР пустоты, она как раз у меня кончилась, вот буквально на днях, кончилась МФР пустота, думаю, где ж ее натрейдить, думаю, ну ладно, сейчас пойду на сервер донатерский, затрейжу за МФР Frost Fury, МФР пустоту, МФР воздух, мне уже воздуха крайне не хватает, а питаюсь я, как вы понимаете, только МФР воздухом, нет, до свидания, С, маленький трейд, конечно же, Эми 123.0 Трон. Смотрим, что она может... А сервер-то неплохой, кстати. Сервер вообще неплохой. Я даже не вижу смысла уходить куда-либо. Здесь ребятки хорошие... Ну, не хорошие трейды предлагают, но в целом-то у них есть петы, вы как можете видеть, да? Ну, правда, Frost Fury мега-неоновый только у меня здесь, на этом сервере. Но ребятки бегают вон где-то. Тут я видел вообще нормальные мега-неоновые фросты. Если мне предложат мега-неоновый фрост, я, конечно же, на изи отдам. Вообще на изи. Мега-неоновый фрост без проблем. Отдаю, отдаю. Хотя мне никто нафиг не предложит такое, потому что это очень мало. Это, ну, я отдам очень мало за мега-неонового фроста. Мега-неоновый фрост, который старый, который 19-го года. Нет, Диамон Грифон, до свидания. Маленький трейд. Мега-неоновый фрост, по-моему, стоил 1000 робуксов за одного. То есть, там получается 16 тысяч робуксов, а здесь всего лишь 12 тысяч робуксов. То есть, мне придется что-то добавлять. Добавлять. Но, возможно, если такое предложение поступит, я, возможно, что-то даже смогу добавить. Посмотрим, если такое предложение поступит. Но пока что мне предлагают только 3 яйца каких-то разных. Ну да, да. Да, вот это вообще алдовое, вот это вот кряки тек вообще настолько алдовое яйцо, его вообще нигде не достать сейчас. Fossil Egg вообще тоже там где-то в 2008 году, по-моему, это яйцо вышло. Ауси Egg вообще в 90-х, по-моему. Нет, не могу на такое согласиться, до свидания, маленький трейд. Аутетик Клауди 12. Ребятки, напоминаю вам, если у вас нет друзей, донатеров, трейдеров, как находить такие сервера, где куча крутых питомцев? Очень крутых питомцев. Вы просто заходите в Роблоксе в сервера под адоптами, да? Смотрите самые прокачанные скины у ребят. Самые прокачанные скины. Даю вам две наводочки, да? Первая наводочка — это аутентичные девчонки. Аутентичные девчонки — это со всякими кроличьими ушками, с розовыми волосами. На голове, естественно. Со всякими листочками и с прочим вот этим вот, то, что летает около головы. А пацаны в основном черные такие чуваки, крайне опасные, возможно, в Адидасе, еще в чем-нибудь из этого. Если таких много на сервере, заходите, подключайтесь, возможно, придется подождать. Нет, маленький трейд, не могу на такое согласиться. О, блин, мега-неоновый в шадоу. Мега-неоновый, дайте, пожалуйста, мне кто-нибудь потрейдить. Ну, пожалуйста, я хочу посмотреть, что за него будут предлагать. Пожалуйста, кто-нибудь, дайте мне мега-неоновый шадоу. Очень прошу, если у вас, конечно же, есть мега-неоновый шадоу, просто заходите в телегу, пишите моим модерам, и все. И все, и вы в съем поучаствуйте. Везде будете участвовать, только дайте мне поснимать, пожалуйста. Нет, маленький трейд. Ну, и что ты мне хочешь сказать, Трустит Мел, ты мне хочешь сказать, что вот это вот, не считая вот этого, вот это вот, это типа 3 неоновых Frost Fury, типа неоновый Skiller X, это неоновый Frost Fury, и 7 снеговиков
это два неоновых Frost Fury. Камон, чё? До свидания. Нет, 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 это маленький трейд. Не могу на такое согласиться. Изи. Все, у нас маленький питомец стал. Еще одна фишечка, да, чтобы хорошенечко затрить, чтобы вы стали крайне, крайне заметными. Просто питомчика накармливайте зелем увеличения. Но не садитесь на него, потому что, насколько я понял, когда вы садитесь на питомца, если он под зелем увеличения, питомец становится обычного размера. Вы на него не садитесь, вы его накармливаете три раза зельем увеличения, он становится крайне огромным, как вот мой червяк сейчас был, меганеоновый, крайне огромный. Потом, естественно, этот эффект заканчивается после этого эффекта. Если вы не хотите еще раз покупать эти зелья, вы можете просто на него садиться, летать, и вы будете не менее заметным. Кстати, давайте проверим, сейчас знаете что? Сейчас мы с вами, подождите, проверим, убрали ли баг с трюками. Подождите, ребятки, сейчас я сяду на флай, и будет ли мой червь сейчас выполнять трюки? Смотрим трик, трик 2, например. Смотрим... Нет, они не убрали, ну как так? Adopt me, почему вы не убрали до сих пор? Это ужас. Поправьте, пожалуйста, надо написать Adopt me, что это баг. Надо написать им, что это баг. Возможно, им никто до меня еще не писал. А я такой молодец, сейчас напишу, они исправят это. О, так. Уже что-то интересное намечается, но все равно мало. Нет, все равно мало. Здесь, грубо говоря, ну если добавлять еще в стоимость, точнее, на увеличение количества робуксов его алдовость, ну, допустим, я уже сейчас не помню расценки в робуксах. Я сейчас, кстати, посмотрю, сколько он стоит. Ой, что-то он на скупке вообще дешманский. Что-то он на скупке крайне дешманский. Он стоит 2000 робуксов. Че? Не. О, еще там он добавил. Нет, может быть еще что-нибудь? Нет. Но это вот 1000, например, робуксов. Ну, что-то странная какая-то цена на скупки. Неоновый Frost за 2000 робуксов. Что-то мало, по-моему. Хотя, может, норм. Я давненько уже что-то не заходил в Adopt Me. Возможно, уже цены, конечно же, поменялись. Но я не готов. Мало. Убрал. Что, ты мне сейчас что-то добавишь другое? Давай посмотрим с тобой, что ты мне еще можешь добавить. Ничего. Ну и до свидания. Нет, мало. Гмоний 86. Смотрим. Мега неоновый золотой пингвин. Золотой... Так, еще неоновая совушка. Еще что-то будет. Пока мало. Пока вот ни один из трейдов, которые мне предлагали, вообще мне не понравился. Если я могу ошибаться. Если я где-то ошибся, и мне нужно было поменяться, конечно же, указывайте тайм-код. Я смотрю все ваши комментарии, указывайте тайм-код, и я в следующий раз такой ошибочки, конечно же, никогда не допущу. Ни в коем случае. Пишите, где надо было согласиться, потому что, возможно, я нубяра, не понимаю ничего в трейдах. Нет, маленький трейд. Ну, неон-сова за мега-неонового Frost Fury. У нас, по-моему, закончились уже. Сейчас же нигде уж не купить. Да, уже все, не купить. Не купить Frost Fury. Смотрим следующий трейд. Что еще мне может предложить Луна 22? Джинджер. Джинджер. Все, что ли? До свидания. Она пишет, этот подарок, это пчелочка. Пчелочки мои дорогие, пожалуйста, ничего мне, пожалуйста, не дарите. Я вас очень сильно прошу, ничего мне от вас не надо. Пожалуйста, оставьте себе питомцев. Они гораздо важнее вам, чем мне. Вместо этого, если хотите сделать мне подарок, просто заходите в первый закрепленный комментарий или в описание к видео и... присоединяйтесь в наш Телеграм. Естественно, у нас там скоро 2000 человек. Офигеть, 2000 человек. Я с вами там общаюсь активненько. Обязательно заходите в наш Телеграм. Мы там общаемся, трейдимся. Трейды не запрещены. Спамьте, пишите. Ну, просто очень много не надо писать. Очень много вот не надо писать трейдов. Одних и тех же. Написали, подождали 5-10 минут. Написали следующий трейд. Не надо спамить. Зачем спамить? Не надо. Маленький трейд предлагает. Пока что не могу на такое согласиться. До свидания. Следующий человечек предлагает. Слушайте, очень хороший сервер. Мне он нравится. Очень хороший сервер. Вы только посмотрите, кто у нас тут есть. Так, предлагает неонового Додо, неоновая Китсуня, Фрост, неоновая Уни. Пока... спорно крайне. Пока что крайне спорно. Мне не нравится. Нет, до свидания. А, сейчас что-то еще добавит. Неоновый Альбина Бет. У меня все это есть. У меня в целом-то вообще все это есть, кроме неонового, мега-неонового, точнее, Shadow. Как же я о нем мечтаю. Мега-неоновый Shadow, камон. Нет, не могу на такое согласиться. Лягушка вообще не к месту. До свидания. Я подожду сейчас, когда я всем им надоем, когда они устанут мне предлагать трейды. И просто, наверное, ни с кем не соглашусь, ни на какой трейд, потому что предлагают мало. Вот мега неоновая совушка. Я в целом могу даже согласиться, скорее всего, на мега неоновую. Она мне предлагает! Ребята, это равноценный обмен. Но! Есть одно но! Блин, ребята!
Это одно и то же, по сути, получается, но для меня лично это очень хороший трейд. В целом, если вы любите мега-неоновых сов, это очень хороший трейд, если вы любите мега-неоновых сов. Но есть один момент, который я вам хочу сказать. Были чуваки, которые массово фармили печенюшки, массово фармили всяких вот эти пряники и покупали на них сов и делали из них мега-неоновых. То есть ценность, ну, такая себе у них, блин. Это за робуксы, это за печеньки. Но если переводить, то на то и выходит. Печеньки и эти робуксы, там одинаковое примерно количество. Давай что-нибудь, может быть, ад я напишу. Ад. Я написал ад, может, она что-нибудь добавит? Сэмми, 12511. Нет. Ну ты что за добавки такие? Что это за добавочки такие? Нет. Да ну, нет, это такие себе добавки. Добавь что-нибудь нормальное. Нет, ребят, вот согласились ли бы вы? Вот здесь очень, в целом, нормальный трейд. Можно было бы согласиться, если бы мне больше нравилась сова. Фиг его знает, честно говорю вам. Вот вообще, не хочу. Давайте посмотрим, вон что-нибудь предложим сейчас. Извини, пожалуйста. Пчелочка, приветик. Люблю, ты самый лучший ютубер, ух ты. Спасибо большое. Эмми 1230. Подождите, давайте я сейчас где-то здесь, вот, мега-неоновый фрост. Сейчас я еще что-нибудь добавлю. Просто на бум начну добавлять. Подожди, трейд. Силикан басканьют. Она отклоняет от меня трейд. Здравствуйте, приехали. Ну, до свидания. А, вон еще один мега-неоновый. Так, мне предлагают жирафа одного. Ну, вот более-менее пошли трейды, но мне не очень нравится. Ну, один жираф. Что у нас по закупке? 1200 робуксов. Ну и куда это? Ну, такое. Не. Мне вот интересно, вот мега-неоновый. Подожди. Мега-неоновый. Фростик, стой! Мируника что-то мне хочет предложить. Мега-неоновая золотая крыса? Нет, до свидания сразу. Вообще не интересно. Кариночка Катрина предлагает трейд, смотрим. Золотое яйцо? Нет, мало. No, sorry. Девчонка с мега-неоновым фростом отклоняет мой трейд. Очень жаль. Крайне жаль. Пчелочки мои, пишите в комментариях, на что бы вы поменяли Frost Fury мега-неонового. Мне крайне интересно будет посмотреть на ваше мнение. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на лайк под этим видосиком и кликайте на те видосики, которые сейчас у нас тут всплыли. Они очень интересные, обязательно посмотрите. Там тоже трейдики и, возможно, что-нибудь интересное, какой-нибудь неоновая комоночка или какие-нибудь осмотры домов. На этом видосик подходит к концу. Спасибо огромное за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!